Компания «Ястреб Фильм» вместе с нашим партнером и другом телеканалом «Дикий» вновь приглашает вас на съемочные площадки нового большого документального фильма «Надежды. Выстрел». Сегодня мы оказались в Таджикистане. Находимся прямо на границе республики с Афганистаном. Нас привел сюда большой интерес к судьбе популяции такого редкого, очень красивого зверя, как винторогий козел Марху. Что произошло в головах людей, которые раньше отстреливали Мархура, а сегодня его сохраняют? Каким образом удалось переломить общественное сознание? Приглашаю вас поучаствовать в нашем расследовании. Интересно происхождение названия «Мархур». В переводе с фарси «мар» — это змея, «гбор» — пожирающий. Получается, дикий козел, пожирающий змей. В прошлом люди даже верили в то, что его мясо может вылечить от укуса змеи. Ареал обитания «Мархура» на первый взгляд кажется большим. Он распространен в 6 азиатских странах. Но крупные популяции есть только в Пакистане и Таджикистане, куда мы приехали по приглашению семьи Мулароевых. Они уроженцы этих мест, из кишлака Зигара. Кишлак раскинулся прямо на берегу своенравного Пянджа, что имеет свои преимущества, но, как мы увидим, и несет в себе серьезные угрозы. Напротив кишлака – вечно бурлящий Афганистан. Правда, здесь даже старожилы не помнят каких-либо проблем со стороны соседа. Жизнь течет мирно и бесконфликтно. Глава семейства Давлатхон родился в советские времена и 20 лет отработал учителем русского языка. Рано начал охотиться. Стрелял из мелкашки на котел, кекликов, козерогов, мархура. В те времена так делали все односельчане. Грань между охотником и браконьером в общественном сознании была практически полностью стерта. Так продолжалось до одной знаковой для Давлатхона встречи с проезжим иностранцем. От него он впервые узнал, что мархур относится к редким видам горных животных, за которых охотники платят большие деньги. Тогда и возникла идея создать особую охраняемую территорию. Когда я узнал, что действительно это надо охранять, что он стоит денег, на его можно охотиться, поэтому я создавал тогда этот микрозаповедник. Но брать вот эту территорию мне никак не удалось. Очень много бюрократов. Потом я написал письмо президенту. И слава богу, что президент очень меня поддержал. Я еще раз вот повторяю, что если вот в 2005 году, вот когда я написал письмо президенту, он не поддержал бы меня, этого мархура сейчас не было. Микрозаповедник, как его называют Давлатхон, возник на территории в 3500 гектаров в 2005 году. Тогда здесь обитало только 40 козлов. Через 4 года полного запрета охоты их численность выросла в 5 раз, а сегодня местная популяция насчитывает уже 520 животных. Всего же в Таджикистане численность мархура достигла 2000, такого в советский период никогда не было. Однако первоначально эти нововведения местные жители восприняли в штыки. До этого были действительно проблемы. Даже драки были, наши егеря дрались даже. Да, очень большие проблемы были. А потом, когда вот охота начался, да, первая официальная охота была, когда начали помогать людей, уже совсем другое стало. Уже, через 2-3 года уже
все против этих браконьеров стали. Сказали, хватит вам, зачем вам, не надо охотиться. Перелом сознания людей произошел тогда, когда они ощутили, что охрана Мархура и регулируемая охота на него приносит серьезную материальную выгоду. В один ненастный день со стороны Пянджа пришла беда. На кишлак Хостав обрушился мощный сель, который разрушил часть домов и личных хозяйств. За 3 месяца правительство республики построило новый комфортабельный поселок. Но Давлатхон и его семья гордятся тем, что 6 домов были построены на деньги, полученные их компанией от трофейной охоты на Мархура. Немалые средства ежегодно поступают от охотников и в местный бюджет, о чем нам рассказал руководитель джамаата. От выручки, от доходов, сейчас доход идет на развитие хукумата местной власти. На строительство, благотворительные дела идут на помощь малообеспеченным семьям. Джедемеем Саюд во многом очень нам помогает. Кроме этого, Джедемеем Саюд для садоводства деньги выделяет, для ограждения садов, для канализации, для капитального ремонта каналов, регионального сооружения. Во всем помогает. Вернемся, однако, к Мархуру. Уверен, росту его популяции способствуют и правила охоты, которых неукоснительно придерживаются в хозяйстве. Когда мы охотимся, мы постараемся убивать самых старых. Он большой, допустим, рога большие, но он молодой, он еще может вырастить. Зачем его убивать? Не надо гоняться за большими. Надо гоняться, по-моему, за старыми. Вот старых. Таким образом, трофейные охотники добывают 3-4 старых мархуров в год. Понятно, что это никак не отражается на численности популяции зверя. Охрана же мархура, который при этом остается в республике краснокнижным животным, благотворно сказалась и на других видах. Так заметно возросла численность снежного барса. Пантера поставила, установили там 20 фотоловушек. А потом, когда проверяли, из 20 фотоловушек на 17 вышел этот снежный барс. Притом в некоторых по 2 снежного барса было видно там. И они очень видно, что сытые были. Ну что, дорогие друзья, насладились увиденным? Думаю, да. Каких-то 30 лет назад в стране не было практически ни одного человека, который бы понимал, что такое современная трофейная охота. А сегодня из аутсайдера на наших глазах Таджикистан превратился, не говоря об абсолютного лидера, но лидера среди стран Центральной и Средней Азии по проведению трофейных охот и сохранению дикой природы. Я думаю, что для нас, россиян, главный урок, увиденного в Таджикистане в отношении сохранения популяции мархура и использования для трофейных охот, состоит в следующем. Между трофейной охотой и Красной книгой не должно быть противоречий и антагонизма, потому что они могут дополнять и помогать друг другу. И в этом плане я хочу поблагодарить Таджикистан за его смелость, за его принципиальность, за его творческий подход к сохранению дикой природы. Рахмат, Таджикистан, спасибо тебе.